Сегодня председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин поднял по учебной тревоге руководителей экстренных служб республики. Заодно проверили и готовность специализированной техники. В учениях принял участие заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС России полковник Дмитрий Муркушев. На площади республики была представлена специальная техника, новейшие образцы пожарно-спасательного вооружения, средства индивидуальной защиты и экипировка, а также спутниковая связь. Спасатели продемонстрировали возможности технических средств в условиях, приближенных к реальностям. В целом, республиканские силы и средства спасения готовы к выполнению задач. И это подтвердила проверка федерального министра, прибывшего в Чувашию в начале января. Наличие техники – это не самый главный показатель вообще. Самый главный показатель – это профессионализм людей, которые на них работают, на этой технике работают. Поэтому здесь мы можем быть уверены, что наши люди все умеют, все знают и все могут сделать как необходимо. Без практических каких-то действий, теоретически изучив материал, действовать просто невозможно. Поэтому мы проводим огромное количество тренировок и учений, которые прививают практические навыки каждому нашему служащему, каждому человеку, который обязан выполнять задачи по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации. В последнее время стали частыми снегопады. По словам руководителя Главного управления МЧС по Чувашии Станислава Антонова, спасать пока никого не пришлось, потому что все службы работают на должном уровне, в том числе и дорожные. Однако сохраняется высокая готовность. Проверяются пункты обогрева, необходимые для экстренной эвакуации во время снежных заносов на автотрассах. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика.